Вам не надоели устаревшие лаунчеры для Майнкрафта с сомнительной репутацией? Мне надоели. Так что предлагаю попробовать тебе новый лаунчер под названием K-Launcher. Отличительная черта лаунчера – это бесплатные HD, скины и плащи, современный дизайн сайта и лаунчера, система уровней и достижений, за которую вы будете получать денежное вознаграждение. Для любителей модов в лаунчере есть более 100 тысяч различных дополнений. Переходи на K-Launcher со своего старенького лаунчера прямо сейчас и получай бонус при регистрации по промокоду KL2023. Ссылка на K-Launcher будет в описании ролика. И помни, что игра с устаревших лаунчеров небезопасна для твоего здоровья. Ой. Да, сегодня, кстати, стрим с моей новой девушкой. Чё, она чуть позже придет. Я ей напишу чуть позже, чтобы она пришла. Но это чуть попозже. Ну, когда чуть попозже? Может, через 2 минуты, может, через 30. Никогда не знаем, случайный момент она может прийти. Светлана. Где девушка? Так я сказал, она придет чуть позже. Дайте я стрим нафиг начну, или мне просто уйти, чтобы она сама стрим этот вела? Да, чуть позже. Я как бы тоже вас неделю не видел, вы душнилы. Чайки, которые... Че вы нафиг в этом Светлану зовете в чате? И Марти. Да, Эдисон Гейм. Это я. Тут написано в эфире. Да. Это мой старый какой-то ник Базиликикус. Я кому-то донатил под этим ником. Вот пишет Светлана. Привет, Эдисон. Шо, как у тебя дела? Как поживаешь? Как Марти? Что делаешь? А где Светлана? Пошли на скамейку. И все. Сюда и нажимаешь отправить. А еще Светлана сегодня придет. Светочка. Любовь моей жизни. Просто, ну, я балдею то, что вы реально не знаете об этом. Я понял, почему вы не знаете. Потому что, ну, как бы, вы только вернулись с лагерей, с деревень, вот это вот всего. Но вы реально думаете то, что, ну, как бы, я шучу, смотрю. Два ролика. Первый ролик у нас находится вот здесь. 10 дней назад моя новая девушка, ну, просто я... Я думаю, то, что много кого не было дома, вы только сейчас вернулись откуда-то там, из лагерей, как я сказал. Вот, Светлана, Стасик нас спалила, то, что мы с ней вот это вот встречаемся. И первое свидание со Светланой было, получается, 3 дня назад. Три дня назад со Светланой было первое свидание, вот, на канале. А это, Светлана, ты спишь? Светлана, Света, ты спишь? Где девушка в чате, спрашивает? Да будет она, придет. Она может с нами даже сегодня в маньяка поиграет. Может быть, сейчас я у нее спрошу. Она говорит, читаю, у тебя ж стрим, да. А, слушай, а ты можешь, просто подписчики не верят. Я им говорю, у меня стрим называется первый стрим с моей новой девушкой. То, что вот ты придешь сегодня на стрим. Они не верят. Можешь просто записать голосовуху, чтобы я ее прямо сейчас на стриме включил, просто там сказать всем привет, я передаю условно вам привет, там хорошего вам стрима, ну типа что-то просто такое и все. Я чтобы я им включил прямо сейчас голосовуху, чтобы ну чтобы они поверили, потому что они спрашивают, кошмар. Сейчас все будет, вы не верите просто мне, да? Так, чё, Светлана, пойдем на скамейку. О, Светлана что-то написала, она сказала только сначала ты сам прослушай, а потом включи подписчикам, так? Выключу микрофон. Гизданил. А, ну все, она записала голосуху, просто вы не верите, ну, записала. Да я знаю, я уже заметил. Так, все, давайте голосуху быстро включу, чтобы вы поверили то, что Света придет. Ребят, всем привет. Я скоро приду, но можно меня сейчас пока что не отвлекать, я закончу все свои дела и приду к вам, хорошо? Вот, это мне пишет, а я не могу так. Мне нужно со своими делами сначала закончить. Угу. Все, занята, она сказала, у них дела, она закончит и придет, Светлана. Все? Есть вопросы еще? Есть вопросы? Ускорено. Ну так это было ускорено, потому что у меня в Телеграме стоит 1.5 скорость. Не верю. В смысле не верю? Ключи X1. Вы что, угораете, что? Почему ускорено? Потому что у меня в Телеграме скорость X1.5. Я слушаю голосовых и на ускоренном. Все нормальные люди слушают на ускоренном. Светлана! Света! В смысле, кто это? Светлана, вы спрашиваете, где Светлана? Я вам отвечаю, вот Свет. Есть вопросы еще какие-то? Есть вопросы или я могу начинать? Это X-Данил под фильтром. Это ты под фильтром, а не X-Данил. Как X-Данил может быть под фильтром? Ребят, ну вы какие-то странные, честно. Где? Господи, что там происходит вообще? Как вы сюда залезли, я вообще не понимаю. Ну, конечно! И они потом еще отмазываются, то, что они не шуры-муркаются с собой. Да они в каждой серии уже переобнимались, перецеловались и вот это вот все. А потом такие, не, мы не встречаемся. Да кому вы, что вы это вообще вкатываете? Как вы сюда нафиг залезли? Светлана пришла, она в Дискорде сейчас сидит. Свет, ты тут? Нет. Сейчас, заходи тогда. А, или ты с нами играть не будешь? Ну, а как играть? Заходи, научим тебя. Хорошо.
Может, ей макияж там надо сделать, не знаю. Да, 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 да. Не, я все уже сделала. Слушай, Светлана, да. Наверное, у тебя, наверное, ты болеешь, может, ты, не знаю, что у тебя с голосом. Нет, я здоровая. Что-то у тебя голос какой-то. Ты когда мне записывала голосовуху, у тебя был нормальный голос. Тут микрофон плохой, сейчас я попробую починить. А, давай. А что у нее с голосом? Да что за голосовой? Да не, ну, в смысле, я же подписчикам на стриме показывал голосовой, она мне записывала. Она сказала, у нее дела, она дела сейчас доделает и придет. Ну, как бы там микрофон через это, через телефон, а тут микрофон через, ну, компьютер получается. Понятное дело, Светлана, она как бы, ну, ничего не записывает, у нее, ну, обычный. Ну да, у нее обычный микрофон через наушники. То есть у нее, вот как, если бы я вот эти, вот прикиньте, ну, давайте я вам сейчас подписчикам покажу. Сейчас я подписчикам покажу. Сейчас я включу этот микрофон. А на телефоне-то микрофон хороший, потому что... Сейчас, я включу подписчикам микрофон, если, конечно, он у меня будет работать. Ну вот прикинь через этот микрофон, ну это кошмар, вообще ужас какой-то. Вот вы думаете, я стебусь над вами. Вот. Главное, не тыкай на ее вот так, да. Не спалить. Вот, это наш Дискорд, мы прямо сейчас здесь сидим. То есть сколько здесь людей, вот Светлана. Светлана, вот. Просто она выключила и звук, и микрофон, и наушники. Да, стукните ей куда-то, чтобы она уже пришла. Или к Данилу стукните там, чтобы он ее позвал еще раз. Но она же девушка, она красится, да, ничего. Так мы не просим это включить камеру. Правда, Светлана, привет. Вот, привет. Мы тебя ждали почти 3 часа. Колька! Почти 3 часа. 5 женских там... минут, если вкратце. Да, неполадки были с микрофонами и макияжем, но все уже хорошо. Пойдем играть. Это кошмар какой-то, Светлана. Какой-то кошмар. А что кошмар? Присоединитесь, да. Нормально. Сейчас я двери открою, ко мне кто-то вроде там должен долбиться в дверь скоро. Ладно, как день прошел? Плохо. Утром встала с плохой прической. Светка, ты болеешь, что ли? Что такое? Что у тебя с голосом? Да, я болею и плохой микрофон, поэтому голос плохой. Ну такой. Не настоящий, как у меня по-настоящему. А, какой у тебя настоящий голос? Настоящий голос в Телеграме слышала, я до стрима не болела. А, вон оно, чё. Ну, болела просто, наверное, ну, не так явно это было. Просто горло застудилось. Ну, голос этот... Приломался из-за болезни. Ну да, да. Да, я просто понимаю, микрофон чинила, тестировала. Раз, два, три. Раз, два, три. И надорвала Светка, голос. В смысле шутка? Что в чате пишут шутка? Я же вам включал голосовуху. Ну там голосовуха была через вот это. Через телефон. Тут Светлана разговаривает через микрофон на компе. У нее плохой микрофон через наушники. Поэтому такой звук. Это ноутбук вообще. Веб-камеровый микрофон. А, это микрофон вообще через веб-камеру. Там вообще очень плохой. Еще шумоподав хорошо работает. Потому что шумы убирает. Да, шумоподавление. Так это реально, ребят. Ну, типа, новая, первый стрим с новой девушкой. Она же впервые пришла. Подожди, по другому месту ударить чуть слабее, чтобы... Что там за звуки надо? Светка, Светка, с ума сошла? Ты что там это, ремонт и устраиваешь? Светлана. Нет, Наташа в сторону это сказала, что вылечить надо поцеловать. И что ты она делала? Она тебя поцеловала. А, ты целовала, я Светлана? Целовала. А, это она целует, такой, какая прелесть. Я думал, она вот это... Комфорку какой-то... зажигает. Да, комфорку зажигает. Что это такое? Что за мужское занятие? Конфорка. Нет, это плита. Это наоборот твое занятие. Конфорка на газовой плите. Да, конфорка это мое. Мне так чисто интересно. Ты где ее нашел, если она не знает, что такое конфорка? А что в смысле? Ну она из аристократической семьи. Она там просто не готовит. У нее там слуги. Ей всегда приносят еду, понимаешь? Да? У нее платье за 19 тысяч долларов. А где ты такое нашел? Поделись. Это платье моей мамы. Это платье мне сшили в 1830 году. Да, ее мама умерла просто, и по наследству ей досталось это платье. А, донашивает, в смысле? Она, да, после того, как мама умерла, даже платье не стирала. Поэтому мама прям в этом платье умерла теперь. Я думаю, что от нее пахнет. Слушай, а ты уверен, что она из аристократичной семьи? Да. Ещё такой! Извиняюсь, шутка далеко зашла просто. Да-да. В аристократических семьях все тыквы на голове носят? Нет. Она скромная. Но она, да, она просто не хочет лицо показывать. 20 миллионов подписчиков, и я покажу свое лицо! Нифига себе, Светлан. Сколько подписчиков? Ладно, 19. Ладно, 18. Свет, давай слушай, 16, может... Светлана. Ладно, 16. Прям, прям да, все, хватит. А ты полным именем обращаешься, потому что тебя отец ее убьет или... Вообще-то это такие да, гуни! Сейчас тоже умеет.
Светка, пошли, мы тебе помоем, там озеро есть недалеко. У неё просто большое наследие, понимаешь, у неё там... А, так вот что. Папа какой-то принц, герцог был. Ты ждёшь, когда она тоже, да? Ну не-не-не. Ну а чё, всё на тебя перепишут, ну так. Да что ж я не... Я что-то не понимаю. Так всё, надо остановиться. Надо остановиться. Что за издевательство? Да все! Да, я все не хочу смеяться. Жека, плей, скажи что-то, чтобы я перестал смеяться. Вообще, я даже не задумывайся, скажи, что. У тебя выключенный микрофон, ты. Да он думает. А, он думает просто. Ну, это еще год. Давайте ждать. Играть! Все сразу не смешно. Ты такой душный, что сразу не смешно стало. У нас я мою, ты замочишь мое платье! Что ты делаешь? Спасибо большое. Я мою тебе. Чуть-чуть Светлана. Не понравилось. Не пугайся. Давай начинаем. Да. Я уже сегодня хочу погулять еще с тобой успеть. После стрима, что ли? Она тебя байтит на ресторан, ты не понимаешь. Так, после... Ты мне что? У меня час ночи, Светлана. После стрима я с Яриком пойду. У меня тоже час ночи. Я ж рядом прям. И что, ты хочешь с нами с Яриком пойти? Или мне Ярика что, типа отшить? Оставь Ярика дома и пойдем оба. Не-не-не-не-не. Он же пошел гулять с Маркой. А, то есть Ярик дороже. Смотри, рассказывай лайфхак. Да, тихо, да. Тихо, Светка, тихо. Смотри, рассказывай лайфхак. Смотри, слушай, у Ярика тоже жена есть. Вот ты, короче, еще и Виту своего возьми и скажи то, что это типа двойное свидание. Вот и все. Да не в час ночи нафиг надо. Я после стрима поеду с Яриком кушать. Не мужские дела обсуждать. Что эту женщину с собой? Как бы, да, согласен, ну слушай ты. Я не понимаю, ты поссориться хочешь перед первым свиданием или что? У вас только первое? Ну, второе уже почти. Ну, второе почти. Ну, первое почти второе, да. Ну, нет, сегодня с Яриком, с тобой в другой раз. Завтра тогда. Завтра у меня тренировка, ну, после тренировки, да. Хорошо. Все, договорились. Видишь, как взрослые мужчины все договариваются. Вот это да я-то знаю, слушай, я тоже... Мы гулять будем в два раза больше, понял Светка, меня? Светка, слушай, ну... Смотри, что-то как-то твой муженек, ну как-то не ухаживает за тобой. Ну что это такое? У него нет муженька, понимаешь? Ну парень. Нет, я твоего этого Кирилла, нафиг надо, нет. Все Кирилл нормально. Классный, он добрый. Да уйди ты давай, я не хочу тебя видеть. Почему? Я что, я офигела Наташу не видеть, а? Ты вообще в нее не тыкай своим этим носом. Ты в меня не тыкай. Курносом. Все, давайте начинать. Раскудахтали здесь. Подумаешь, горбинка на носу, это от мамы, ты не понимаешь. У меня тоже горбинка на носу, ничего. Не спрашивай, когда у меня появилась. Рара целыми, а не горбинка. Чушь. Ты же обижаешься прям как жулик Плей на все подряд. В Телеграме 716 500. Осталось 13 500 и новая серия Амогуса выйдет. Светлана, скажи что-то подписчикам. Амогус это круто. Ты знаешь, что такое Амогус, Светлана? Нет. Да. Блюдо какое-то. То есть ты не знаешь, что круто. Светка, иди к нам. Я уверена, что это круто. Так, ладно, Светка не знает. Светлана не знает. Понимаете, я потом летать могла. Я летала по карте за тобой. Ну да, это тебя убили потом. Почему никто Светлану не поднял, я не понимаю. У всех по одной жизни было, мы с Ишаном спасали друг друга. Светлана, когда ты видишь маньяка, надо убегать, а не стоять перед ним. Да ты какой-то не себя маньяк, ты такой тю-тю-тю-тю-тю. Ну как сказать? Ты вообще не страшный. Ну как сказать, ладно. Так, ты сегодня один бан уже получила, да? Я же шучу. Ну второй как бы тоже вот прям здесь уже на подходе, вот здесь вот. Ну прости, но ты красивый. Вот здесь вот, понимаешь? Па, и все. Слышишь ты, красивый. Ревнует. Светлана. Прощай, милый, давай, хорошего тебе вечера, спокойной ночи. Все, до завтра, Светлана. Спокойной ночи тебе, давай. Ты опять комфортку включаешь? Комфорт. Нет, не комфорт, не комфортик, а комфорт. Светлана, неправильно целуешь, могу показать, как надо. А ну давай. Покажи ей, как надо, покажи. Смотри, в щечку такая, муа, и все. Вот, видишь, Светлана, они... Нет, ты не показывай. Мы с тобой после стрима поговорим, ты меня понял? Языком не надо быть. Язык спрячь. Слышь ты, в кепке! Тут есть еще кто-то в кепке, мы с тобой просто стримали, лично поговорим, понял? Так не я как к себе клеюсь, она ко мне клеится. Мы с тобой поговорим. Иди с ней говори, со своей женщиной. Сколько раз у тебя в щечку? Два? У тебя как раз два глаза, будет два фонаря. Ну иди с ней поговори! Понимаешь, я просто учу Свету, как правильно целовать мужчину, она не умеет. Вот смотри, просто. Понимаешь? Слушай, у тебя третий глаз есть? Всё, хрень, останется. Всем пока, давай. Да не включай комфорку уже.